Здравствуйте, в студии Ленара Строчкова. Спонсор прогноза погоды – магазин «Еврочехол». Чехлы для мягкой мебели. Синоптики обещают теплую и комфортную погоду на эти выходные. Днем воздух прогреется до плюс 11-16 градусов. Ночью температура уже не будет превышать плюс 3-минус 3 градусов. Переменная облачность, в воскресенье небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 10-12 метров в секунду. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. 12 апреля во всем мире католические христиане будут праздновать Светлое Христово Воскресение или праздник Пасхи. Это величайший христианский праздник. Желаем мира, любви и здоровья всем, независимо от вероисповедания. Вернемся к погоде. На следующей неделе сохранится переменная облачность, осадки в виде дождя. Ближе к выходным погода улучшится, будет ясно и солнечно. Днем столбики термометров остановятся на отметках плюс 9-14 градусов, а ночью плюс 6-минус 1 градус. Западный порывистый ветер до 17 метров в секунду. Атмосферное давление снова чуть превысит показатели, но остановится на отметке в 722 миллиметра ртутного столба. Уважаемые телезрители, напоминаем вам, что продолжается режим карантина. И нам необходимо запастись терпением для соблюдения всех его требований. Спонсор программы «Магазин Еврочехол» желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Оставайтесь с нами на Пятом. Европейские чехлы на диваны и кресла, защита вашего дивана от грязи и когтей домашних животных, большой ассортимент расцветок и размеров. Стоимость от 20 тысяч тенге. Наш адрес – 45-й квартал, магазин «Диона». Телефон 8 701 951 60 09.